Первая статья Конституции гласит: «Российская Федерация, Россия – демократическое, федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Наименование Российской Федерации, Россия равнозначное». Сегодня наша страна отмечает День Конституции. Давайте узнаем у саровчан, знают ли они, какой сегодня праздник. И зачем вообще нужна России Конституция? Ну, знаю, конечно. Но в России Конституция кому нужна? Про нее забыли уже давно. Вообще Конституция, по идее, это договор между государством и народом о том, какие права оно ему представляет. И то, соответственно, чем народ должен руководствоваться в своей жизни. Чтобы, наверное, каждый чувствовал себя защищенным, с одной стороны, и знал свои права и обязанности. У нас есть гарант Конституции, это президент Российской Федерации. Таким образом, мы ему делегировали наши права, чтобы он защищал наши права в международном, либо между нами урегулировал какие-то отношения. Но это уже надо смотреть в Конституции. Зачем? Чтобы знать свои законы, свои права, обязанности. Конституцию, ну как же, это основной закон нашего государства. Если все прочитать, если все исполнять, то жить вообще-то можно в нашем государстве. Но ведь не все исполняется, везде уловки находятся. Конституция нужна для того, чтобы все граждане знали свои права, права государства, обязанности государства, свои обязанности и так далее. Для регулирования, законного регулирования вообще жизни государства. Конституция, ну чтобы мы жили по закону все. Ну что ж, хоть сегодня не выходной день, как это было ранее, тем не менее, саровчане знают, что 12 декабря – это праздник, день принятия Конституции, и знакомы с основными правами и обязанностями, которые гарантирует нам этот документ. Екатерина Опенова, Константин Островский, служба новостей «Саров-24».